Пам-пам-пам-пам. Всем привет! Сегодня будет туториал по какашек атаке. И я решил нарисовать его панду. Поехали. Рисунок будем начинать с класса. Как и всегда. Рисуем вот такие вот две линии. И я решил нарисовать какашек атаки чуток смотрящим сбоку. Это будет первый персонаж, который был нарисован именно в таком образе. Берем, ставим вот таким вот образом точку. Расстояние, конечно же, от класса до класса. Один глаз. И она будет чуток ниже. Если мы всегда ставили параллельно, она будет ставиться параллельно, но чуток ниже, чем нужно. И рисуем вот такой вот лепесток. Листик. И вот так вот делаем линию носа. И рисуем зрачки. И шаринга. И я решил нарисовать четырех персонажей. Вот эти вот четыре дня следующие. Сегодня, завтра, послезавтра, послезавтра. Будут, наверное, четыре видео. Или, если повезет, будет больше. Так что, наберите терпение просто. Немножко, даже не сантиметр, миллиметров несколько. Отходим от левого глаза и начинаем рисовать волосы. В прошлом потоке какаши волосы были не видны. Это из-за того, что камера стояла чуток ниже. В этот раз все будет хорошо. Какаши Хатаки, когда поступил в Бамбу, был весьма юного возраста, поэтому у него старый стиль волос в молодости, так скажем. И нарисуем вот эти вот фирменные какашевские глазки, которые создают ему усталый вид. И шрам. Рисуем маску с того места, где вы ставили линию носа. Рисуем маску. И делаем вот такой вот тяжелый, но весьма эффективную линию, которая поставит какаши атаки. Ну, его в возрасте, скажем. И заметно, что он не очень-то взрослый получился у меня. Он получился подростковый. Но когда он был подростком, он был вамбу. Вот таким вот образом. Вы должны это нарисовать. Даже не знаю, как это можно объяснить. Поэтому и так рисовать весьма тяжело. Здесь я решил нарисовать ему маску Анбу. Спускаемся до подбородка, до линии подбородка. Пока оставим так. Нарисуем шею. Рисуем волосы с задней стороны. И дорисовываем шею. И дорисуем всю же маску до конца. Нарисуем ушко. И вот таким вот изгибистыми движениями спускаемся вниз. Берем чуток черточку и спускаемся. Нарисуем ему
улыбку, ну или даже ротик просто, и спускаемся еще ниже. Маска готова фактически. Нарисуем глаз и детали, которые будут важны, чтобы идентифицировать эту маску. И рисуем волосы. Вы можете взять волосы еще больше, еще обширнее, потому что когда был молод, у него были очень-очень пышные волосы. Ну, и так нормально. Я взял, начал рисовать волосы с нижней линии уха маски. И вот таким вот нехитрым способом, просто поднимая и спуская вниз, вы рисуете волосы. И все, волосы у нас готовы. В целом можно сказать, что рисунок уже готов. Но давайте добавим некоторые детали. Одежду, краски. И чтобы рисунок стал более-менее законченным, а не таким, который как будто он не дорисован. Плечи и одежда. Форма анбу. Нарисуем ему кости. И все, можно сказать, что рисунок готов. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.